Всем здорова, ребята, и сегодня я вам покажу демо-версию мода от мейкера по Poppy Playtime 3. Давайте же начнем. Вот, это пока что демо-версия. Давайте начнем. Так, вот если, конечно, я не ошибаюсь, есть... Да, есть грэппэки, мы их сейчас тоже смотрим. Ой-ой-ой, ля-ля-ля, смотрите-ка. А, давайте начнем. Первый, давайте посмотрим, это Dogday. Давайте посмотрим, Dogday. Dogday. Опа. Смотри, какая шикарная модель. Какая. Смотри, смотри. Ку-ку-ку-ку, ты быстрый парень. Ты что такой быстрый, а? Ты. Посмотри на его шикарную модельку. На него вообще просто. Ну, мейкер, у него свой стиль. У него более... как там говорится? Блин, забыл. Такая майнкрафтерская моделька. Текстурка. Текстурка, анимация, шикар. Следующее, это нас... это вот... Давайте посмотрим. Так, где тут? Вот. Оп. Вау, прикольненько. Так, тут давайте следующий раз посмотрим. Это Кэтнэп. Кэтнэп просто шикарная моделька, текстурочка. Вот так вот он двигается. Давайте посмотрим, что будет, если я их убью. Может быть, что-то изменится. Нет, ничего не изменилось, блин, грудь. Типа, о! Вау, смотри, вау! Я просто случайно, смотрите, оп. Типа ты стреляешь, она сейчас взорвется или что сделается? Не, ничего не произошло. Типа, таким образом я могу вот так, оп, смотрите, вот ее дома, она какое-то ей... Замедление. Типа, вау, прикольненько. Так, давайте сейчас я уберу вот это все лишнее. Может, что-то еще, давайте посмотрим, чтобы точно убедиться. Так, все нормально. Давайте сейчас пойдем, выстроим такую вот платформу. Повторяю, ребят, этот мод от мейкера. Мод можно будет скачать, я так думаю, в приложении потом в МПК Мастер, но я выложу еще в своем телеграм-канале. И вообще просто подписывайтесь на мой телеграм, там я выкладываю информацию, моды и так далее. Там вышел мод от легендарного Влада. Нет, в прямом смысле там легендарный Влад, его ник. Что, не надо мне писать, типа, о, это круто, купжи. А, ой-ой-ой, тут еще кое-что интересненькое, ребят, смотрите-ка. Сейчас мы все сделаем, все проверим. Давайте, опа-опа. Вообще, ребята, ну, вот у мейкера всегда шикарные модельки, моды и так далее. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Так, берем этого. Вау, смотрите-ка, он типа привешен, как на оригинальной игре. Если мы его ударим, ничего не произошло. А если мы сделаем режим выживания, давайте проверим. Я беру, делаю себе выживание. Братан, ты живой, нет? Ты же по логике должен быть живой, нет? Не, он никого не убивает. Давайте его убьем. Убьем. Опа. Реально, смотрите-ка. Он ожил. Это что за скорость? Скример? Скажи, скример. Вау, я скример. Ё-мо, братан. А, ну у него есть скример. Вау. Ну, скример, в принципе, нормальный. Без каких-либо багов. Я, типа, не вижу никаких багов. Все. Так. Да и давайте подлетим снова сюда, вот такой со спаном, чтобы я был тут не один. Лучше не был. Вот так вот. Ну просто как же шикарно это все. Это повторяю, это демо-версия, там он делает еще обновление и так далее. Так, давайте вот делаем вот так вот. Так, уберем вот это все. Так, давайте грэппэк возьмем. Вот это все, вот это. Здесь зеленым, смотрите, как зелено, смотрите. Вау! Как же это шикарно! Выглядит, какие грэппэки, вау! Шикарно. Вот фиолетовая рука, мы сюда подходим. Да ёпить, жалко, что она двигается. Оп! И мы сюда вот так вот поднялись. Прикольненько. Сейчас я хочу посмотреть, что будет. Я хочу попытаться сравниться с Кэтнэпом. Можно ли будет его, ну как это называется, грэппэком его, так скажем, остановить? Посмотрим, давай. Эй. Ой-ой-ой-ой-ой. На! На! Смотрите, вот за... А, блядский козёл! Не-не-не-не-не-не-не. О, блядь! Почему он такой быстрый? Это нелогично. Он же наоборот медленный. Как он меня видит отсюда? Ну, посмотрите, какой он быстрый. Это нереально. Кстати, давайте посмотрим скример. Да, смотрите. Скример. Он убил Кэтнэпа. Не, братан. Оп. На, спам. Спамним его, чтобы он мог. Оп. Нет. Ай, да, блядь, скажи. Они мне не дают просто нафиг. Да дайте мне выпрыгнуть. Господи. Нет. Да нет. Чтобы не... Да, господи, нет. Давай, беги. Ай, да блин, нет. Я не могу просто убежать. Они мне не дают.
Мистика кабаном, 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 кабаном. Где? Пуляй! Оп! А лохи! Ёптень, это просто какие-то... На, собаки. Короче, ребят, как понял, у них есть скример, это прям шикарно. Не мод, мне прям нравится, но, как я сказал, это демо-версия в будущем. Обязательно будет лучше. Если, конечно, не ошибаюсь, потом будет у нас кошмарный хайдевай, а он здесь будет. У нас там еще там вот эти, какие-то мелкие вот эти пиздюки. А мы можем вообще убить этого? Давайте посмотрим, я его смогу убить просто вот так вот. Опа. Опа, пуляем, стреляем. Не смогу ли я его так убить? Типа, логично, по логике, чтобы он, у него было мало жизни, чтобы он сдох и появился сразу новый, чтобы не убивать его полгода, ну, это тупо будет. Блин. Ну, короче, ребят, мод просто шикарный. Это, как я сказал, повторяю, это демо-версия. О, маска есть, смотрите-ка. Вау! Вот эта маска реально нормальная, типа она не дает тебе признаков эпилепсии и нормально. И маска прям шикарная выглядит. Смотрите, вау! Прям шикарно. Ходишь такой, опа. И, кстати, я бегать не могу, бегать типа нельзя за маску куда-то. Когда я без маски, то бегать я уже могу. Все, ребят, всем удачи, всем пока. Ссылка на телеграм Сани, там информация выкладываю моды. Мод можно скрыть в приложении МПК Мастер. Всем удачи и всем пока.